алкоголь, никотин. Мы теперь совсем одни, зима. Пилить звук для двух альбомов. Ну, короче, обо всем по порядку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг волчонок выбегает, прямо в зайчика стреляет. Он сидит и трясет гитару, смотрите. Без спроса нам есть я и ты, у нас какие-то простыни, простыни. На-на-на-на-на. Я с первого раза не отдуплил, я думал, обожрался. Он сидит и трясет гитару. Дезерум, видите, как мы еще про альбом не рассказали, а вас уже отрекламили. Да, это же февраль. Я, блядь, влюбился в нее, в эту старую версию. Мы теперь совсем одни. Пусть мой родная. Так, вот, пока там какая-то движуха идет, мы с Лехой тут решили прибухнуть. Ну не все же вам музыку показывать, как бы вот. Я человек простой, вижу пиво, пью. Это заговор на концерты? Б3. Да, это Б3 на концерты. Вот там спрятано как бы. Чего тебе не... Совсем одни, зима внутри. Варится у нас вот здесь, ну не в падике, конечно, но варится все у Паши. Сейчас все буду показывать. Б3. Будем держать вас в курсе, будет очень много крутого и нового материала. Самое крутое, что нового материала, который вы еще не слышали. Решил вам показать тоже путь 2-1. Вот он открывает там дверь и ржет. Давай. Я алкоголь, никотин. Мы теперь совсем одни, зима внутри. Такая путь, блин, любимая бой, родная. Б3. А я меньше сделал, да? Мне нравится с Пашей работать, потому что, во-первых, профессионал, во-вторых, всегда продуктивно. А это, кстати, Паша наигрывает. У нас есть с джаз-бренд Hello With Me. Мы недавно сделали браслеты для счастливых людей. Hello With Me, привет, это я. Лучшей фирмы я не встречал. Ну вот, сколько ты уже здесь отписал? Возьми меня амбассадор. А тут Паша, короче, наигрывает здесь. Видите, как у нас здесь все происходит? Про два альбома, но я еще пока ничего не сказал. Просто сказал, что два. Зимой будет два, и потихонечку надо как-то про них рассказывать. Два. С ума можно сойти сразу. Вот это, короче, сейчас я подвину вот эту штуку. Ой, вот здесь будет... Сейчас, оп, вот там все происходит, у нас тут будка. Будка, кстати, Easy Room, красавчики. Красавчики. Да, Паш, тебе нравится Easy? Вот ты после того момента, как мы будку привезли, как тебе вообще, типа, Easy Room? Лучшей фирмы я не встречал. Ну вот, сколько ты уже здесь отписал? Возьми меня амбассадор. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих. Губительная слабость на двоих, губительная радость. Мурашки, босые ноги по холодному паркету. Писал, сколько ты уже здесь народу отписал? Десяток, да? Или под сотку есть? Мне кажется, я не знаю сколько. Ну, каждый из вокалистов, мне кажется, уже столько сюда понаприезжал. Я сам здесь материал очень много пишу. Ну вот, короче. Дезерум, видите, как мы еще про альбом не рассказали, а вас уже отрекламили. Добавлю ингредиент, страсть. Насытиться тобой вдоволь, вы снова довольны, голодные. Нужен дым, без него никак. Мокрая постель, влажные тела. Клубы смог, потолок с насмешкой. Ты не любишь ждать, я не люблю мешкать. Плотная ткань штор создаст наше место. Плевать на место. Еще раз очень давить, наверное. Да, конечно, еще. Ты можешь это не глушить. Да? Нас ждет. Вообще. Да, дрожи. Макс, давай. Все.
Так как мы выпуск этот снимаем в несколько заходов, поэтому тут с того момента, когда мы там прописали запись, прошло примерно месяц. А так как выпуски надо снимать, отмечаясь, сегодня мы еще будем кое-что отмечать. Вот нас улыбашка встречает. Вон он там. Это у нас, короче, проекты будущего, скажем так. Здесь все проекты будущего. Даже то, что вы видите, это все будущее. Короче, это город в горло будет. Новый, как это сказать так? Новая обработка, новый взгляд Пашкин на город в горло. А сейчас мы, короче, будем пилить музло к моему альбому, который у нас мэчится с Пашей совместно. То есть это можно сказать, что уже мой и Пашин альбом, потому что у нас будет два фита, и он его полностью продюсирует, этот альбом. Вот, он как будет называться, пока не знаю, но у нас, скажем, демо-версию, рабочее название. Какое ты говорил? Ты про какой? Про наш совместный, да. Где именно мой? Или давай, именно твой? Именно твой, давай. Именно мой? Блин, там несколько рабочих названий. У какой-нибудь сдай. Какой-нибудь. Любовная история для рассказа в темноте. Вот, и выйдет? Выйдет 14 февраля. 14 февраля, а теперь который твой, но мой? Твой, но мой. Интересно. Ну, я думаю, я не знаю, как он называется. Я думаю, что он будет называться либо «Галерея любви», либо... У меня еще есть варианты, но я их не скажу. А тот, который мы заранее скажем, который мы говорили, самый первый. Самый первый, подожди. Это на какой? На П. Начинается. Так это не альбом. По скриптум, да, ты пишешь? Да. Это название проекта, просто я тебе придумал. А, вон как даже, типа, название альбома. Не видите, у нас как все запутано, мы сами запутались. Короче, зимой, вот просто чего, зачем этот выпуск я вообще снял и для чего? Чтобы зимой у нас выйдет два альбома. Я, за что я Паше благодарен, получается, буду, как это сказать, в альбоме Паши, но не Паши, а Паша фронтмен группы «Под небом» в лейбле «Созвездие». Союз. Вот, союз, сори. Созвездие. Союз созвездие, вот. И Пашка выпускает этот альбом, он будет с ребятами, и он меня туда подтянул, за что ему огромное спасибо. И у нас еще один, который изначально Паша мне пилил, но так как он полностью занимается созданием узла и продюсированием, и у нас с ним два фита, то это получается, что тоже как бы и мой, и Пашин альбом получается, который будет в стиле лоу-фай, который мы пилим, там будет 6 треков, 2 совместных с ним. Интро, аутро, да? Там не только лоу-фай, надо сказать, что там и по жести будет. Ну да, там будет по жести, да-да-да, тоже. Но такой налет лоу-фая конкретный будет. Вот, будет. И поэтому, типа, я и снимаю этот выпуск. Мы даже какие-то кусочки, сегодня микрокуски покажем, да? По-любому. Вот, поэтому, короче, смотрите выпуск до конца и пилим-пилим. С того момента, когда последний раз мы с тобой снимали видос, помнишь? Дофига, да, уже произошло? Ты тут с десяток музыкантов уже успел прописать. Да. Мне кажется, уже больше, чем с десяток, но в целом, да, да. Вот. А ты уже был тогда в лейбле, да? Или нет, еще ты когда не дописал тогда контракт? Будку, когда Нет, когда я вот с тобой еще у нас был интервьюха, помнишь? Да, отдельное. Был. Уже альбом уже вышел. Значит, уже был я в лейбле. Вот так. А сколько сейчас, кстати, прослушиваний? Уже 30к у альбома? У альбома? Да. У альбома нет, у пазла. У пазла сколько? 30к. Ну вот, короче, вот так вот растем, чтобы вот Паша продолжает, как это сказать, подтверждать свои слова, чтобы что-то было, надо что-то делать. Чтобы что-то делать, надо ебашить. Я еще, кстати, знаешь, что я? Зацени, кстати, мой этот, сейчас скажу, как философские изречения. Я знаешь, что недавно для себя понял? Давай. Чтобы что-то вот конкретно было и добиться, усилий недостаточно, нужно сверхусилия. 100%. Ты согласен? 100%. 100%. Вот. Даже вот так вот, значит, Единая Россия в этом случае побеждает из 100 возможных 320. Вот так вот, короче. Вот. Все, у нас, ребят, никакой, кстати, сразу скажем, да, никакой политики, мы за музыку, ничего у нас внутри, да, все за музло, поэтому как бы никаких. Никаких. Все, поехали писаться дальше. Так, ну мы продолжаем писать и записываться. Кстати, на момент записи вот первой части, я записываю этот выпуск в несколько заходов. На момент первой части не было еще у Пашки подкастов, а сейчас он, короче, внедрил свой репертуар подкасты. И вот, короче, мы сейчас будем писать эти подкасты. Вот. Подкаст называется «По факту». Подкаст называется «По факту». А ты уже зафигачил их там в ВК или там нет еще? Пока никогда? Нет. А, ну на момент публикации, наверное, выйдет, скорее всего. Может быть, потому что я публикую это видео где-то недели через две.
Там, скорее я думаю... уже первый подкаст уже точно выйдет, мне кажется. Вот, поэтому у нас тут, видите, как все внедряется, все в моменте, короче. Вот, как Джарахов спел в моменте, все внедряется. Так, вот, пилим. Так, ну что, мы записали, короче, пилю вот этот выпуск в два подхода. Записали сейчас с Пашкиной подкасты. Тут, кстати, Леха, оказывается... Вот. Мы когда начинали первый выпуск писать, Лёхи не было, вот тут сейчас во втором есть. Поэтому как бы аккуратнее, возле вас всегда может случайно оказаться Лёха, блядь. Если вы чуть младше 18 лет. Вот, а у Лёхи погоняло, у него есть такой самурай. Ну, то есть, типа, аккуратно. Вот, поэтому, короче, у нас весело. Он может сделать харакири. Вот так. Так, вот, пока там какая-то движуха идет, мы с Лёхой тут решили прибухнуть. Ну, не все же вам музыку показывать, как бы, вот. Надо и это тоже немножко. Я ж пью. Лёха буквально такой, я пошутил вообще-то, Лёха буквально уже. Давай. Так, значит, метафора это, или как, да? Метафора от Лёхи. Нет, подожди, афоризмы, то афоризмы житейской мудрости от Лёхи. Ты как закрутил вообще ужас. Так а чё? Я человек простой, вижу пиво, пью. Тут, короче, то Лёха появляется с пивасиком, то Макс с энергетиком, короче, постоянно выпуск, походу, будет. Это тот, который, помнишь, я первый вот как начал снимать, вот он будет, короче, минут на 40 перед Новым годом. Чё вы хотите пожелать тем 2,5 бабушкам, которые посмотрят этот выпуск? Здоровья. Здоровья, счастья. Любите друг друга. Благополучие, Макс, как в этом, как в СССР затараторил. Администратора, позовите администратора. Счастья, любви, здоровья, успехов. Да, ну бабушкам же. Бабушкам же, да. Вот, репетируем, репетируем. Не бабушкам. Не надо, не делай этот скачок. Я понимаю, что почему ты его делаешь. Почему? Потому что ты привык к старой версии. Да. Так было в старой версии. И я тоже, кстати, это же февраль, я, блядь, влюбился в нее, в эту старую версию, а потом ее перепиздячили. Ну, чем тебе? Нет, она хороша, она хороша. Ну, кстати, я думаю, что мы выложим все равно эту старую версию. Прямо в сердце каждому. Давай я тебя зацеплю, ты попробуешь. Удар. И... Прямо в сердце каждому. Прямо удар. Мы теперь совсем одни. Моя родная. Там, короче, вот парни купили чехлы, и там даже вот иконка спрятала. Больше концертов было. Макс куда спрятал там? Это заговор, блядь. Это заговор на концерты? Б-трип. Да, это Б-трип на концерты. Вот там спрятано как бы. Чё тебе не... Река, алка, никотин. Мы теперь совсем одни. Зима внутри. Нагая под блик. Любимая бой, родная. Б-3. А я меньше сделал, да, я понял. Все, сори. Все, Макс в будку ушел. А тут свеженького хорошо. Свеженького хапнул в будочке там. Макс, там в будке нормально? Подождите, сейчас я покажу, что за будка. Вообще, это же та будка, ребята, про которую столько, блядь, было всего. Вот он там. Каждого. Ты в микрофон бы. Вот, видите, будка. Все. Макс, вот когда кто-то приходит к Паше и попадает в эту будку, он становится вот так. Он делает вот так. Ничего, нормально бывает. Макс отвечает за два момента. За инженеринг группы и за мнимую женщину. Которая в группе. Ее нет, но она есть. Но в нашей компании она присутствует с нами, да. Вот. Я обычно
Елки наш любимый сервис. Мы простим друг другу молча. Каприз, каприз. Разбивая на осколки наш любимый сервис. Мы простим друг другу молча. Каприз, 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 каприз. Ты к нам обращаешься? Так, ну что, мы сегодня сделали очень много работы, подзапилили, я вам дал кучу интересной новой информации о двух альбомах, их, я не знаю, состоянии на данный момент. Как уже Паша сказал, выйдет в феврале.